Последние приготовления. До торжественного открытия марафона «Ты нам нужен» остались считанные дни. Общегородская благотворительная акция стартует в субботу, 31 марта, и продлится неделю. В администрации города состоялось очередное заседание оргкомитета марафона. На сегодняшний день принято уже порядка 91 заявления от родителей, которые являются родителями детей с ограниченными возможностями. Марафон будет проходить на 4 площадках. Это в торгово-развлекательных центрах. Площадки марафона будут в Серебряном городе, Тополе, Ясени и Рио. На каждой из них организуют продажу сувенирной продукции. Это шоколадки, браслеты, значки и брелки с символом марафона – апельсином. Будут и волонтеры с апельсинометрами. К открытию и к работе площадок подключены общественные организации, волонтерские организации, студенческие волонтерские отряды вузов и молодежный волонтерский центр города Иваново. Немаловажная часть организации марафона – обеспечение безопасности. Сотрудники МЧС проконтролируют, чтобы на всех площадках соблюдались противопожарные правила. Буквально вчера был проверен торговый центр «Тополь». Сегодня будет проводиться проверка торгового центра «Евроленд». Завтра будет проводиться проверка торгового центра «Ясень». О выявленных нарушениях пока говорят рано, потому что еще проверки проводятся. Но могу заверить то, что на всех мероприятиях будут дежурить сотрудники Главного управления МЧС России по Ивановской области. Также перед проведением мероприятий будут проверены все эвакуационные выходы, а также автоматическая пожарная сигнализация, средства управления, эвакуации и оповещения людей при пожаре. Технологии во благо. Теперь на плакатах благотворительного марафона, которые будут не только на площадках в торговых центрах, но и в школах, вузах и других учреждениях, появятся QR-коды. Если просканировать их в приложении Сбербанк онлайн, попадешь на страницу марафона. Достаточно ввести любую сумму пожертвования и подтвердить платеж. Вся процедура занимает несколько секунд, и средства немедленно поступают на благотворительный счет. Комиссия минимальная, составит 1%. Наталья Гутарина, Антон Осипов, РТВ Иваново.